устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. В честь 25-летия Совета судей Российской Федерации сегодня в Верховном Хурале Тувы прошла конференция судей республики, на котором Совет Страж Закона региона отчитались о работе за 2017-2018 года. Олег Дубровский, судья Конституционного суда Тувы, доложил о работе квалификационной коллегии судей республики. За отчетный период квалификационной коллегии судей республики Тува проведено 53 аттестации судей. Из них аттестовано 51. В их число входит 45 с присвоением очередных классов. И аттестовано в предельном квалификационном классе 6 судей. Оставлено в ранее присвоенном квалификационном классе 2. Основная причина оставления в ранее присвоенном квалификационном классе – это низкие результаты работы судьи за период аттестации, а также рассмотрение на организационном президиуме Верховного суда РТ вопроса о грубом нарушении инструкции по ведению судебной статистики. Стоит отметить, что об истории системы судебной практики Тувы проведена большая работа и изданы материалы. В ходе этой работы стали известны интересные факты, которые в современной судебной практике и речи быть не может. Анталья Елена Кудышевна, это судья Верховного суда Республики Тува, при подготовке к юбилею суда и к изданию этого журнала, потом книги, обнаружила, что очень много, должность председателей Верховного суда Республики Тува занимали люди, которые вообще не имели юридического образования, потому что в 20-30-е годы действительно, где бы мы могли получить это образование, поскольку у нас своего университета не было, мы были отдельным маленьким государством, только-только начавшим устанавливать власть в республике. После уже вхождения Тувы в состав Советского Союза уже в этом отношении пошли какие-то сдвиги. В свою очередь, история Совета судей страны, а также других органов судейского сообщества уходит в далекий 1989 год. Через два года, в 1991 году, по инициативе председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Михайловича, был созван первый Всероссийский съезд судей. К моменту созыва Совета на первое заседание российская судебная система переживала глубокий кризис, судейский корпус находился на грани развала, а в каждом регионе лежали десятки, а по России сотни судейских заявлений об увольнении, а желающих стать судьей практически не было. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и глава Тувы Шолбан Карол провели рабочее совещание по вопросам готовности территории к переходу на новую систему обращения с отходами, которая стартует 1 января 2019 года. Также они обсудили проблемы развития особо охраняемых природных территорий. По вопросу совершенствования системы управления отходами глава Тувы пояснил, что ежегодно на территории субъекта образуется около 7-8 миллионов тонн отходов. В настоящее время в Туве отсутствует объект утилизации, обработки твердых коммунальных отходов. Отрасль будет создаваться практически с нуля. Для перехода в республике утверждена территориальная схема, выбран оператор, утвержден единый тариф по обращению с ТКО. Региональной программой обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами в Туве, предусмотрено финансирование мероприятий в размере свыше 1 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета более 979 миллионов рублей. И о курсах валют: доллар стоит 65 рублей 72 копейки, евро 75 рублей 57 копеек. Шубу купила, X-Ray получила. Шубу купить успей и выиграй Ладу X-Ray. Приходите на выставку «Шубы на расхват». С 18 по 21 октября ЦУМ «Цокольный этаж». Встречайте! Стильная коллекция шуб от меховой компании «Герда». Город Киров. Вас ждут роскошные подарки. Приодеться тепло и модно – это просто. 21 и 22 октября – Центр русской культуры. 23 октября – поселок Ахем, Центр культуры.
Накануне в Центре тувинской культуры прошел благотворительный концерт, где главными действующими лицами и зрителями стали дети. Поводом для благотворительного концерта стало меценатство команды «Орифлейм Системы Счастья» Центру социальной помощи Кызыла. Как говорит Светлана Власова, подарить детям, попавшим в социальное учреждение, возможность учиться шитью зародилось спонтанно. Но желание было искренним. Возможно, поэтому, несмотря на сложности, проект осуществился. Давайте устроим голосование. Кто за то, чтобы все-таки передать это оборудование? Поднимайте руки. Так, тут кое-кто был против. Наверное, мы не будем. Опустите руки. Еще раз. 3, 4. Кто за то, чтобы передать оборудование? Ура! Все, принято единогласно. Сделать швейный цех. Но не простой, а волшебный. В котором будут не просто там швейные машинки, а там будет такое, то, что будет привлекать внимание. Я думала, что как-то я смогу в городе Кызыле этот вопрос решить. И когда я ходила с этой идеей, мне все сказали, что это вообще совершенно невозможно, потому что ну, для города это неподъемная цифра, никто это как бы, ну, не сделает. И если честно, я не смогла, правда, в городе Кызыле решить эту задачу. И я даже не смогла ее в России решить. Мне пришлось поехать в другую страну, в Швецию. И там есть такой детский фонд, который под патронажем королевы Сильвии. Там соучредитель компании «Орифлейм». И моя вот эта идея, ну, как-то вдохновила их, что я все-таки немножко, ну, год я это пробивала, но я пробила. То есть все считали, что ничего не получится, но у меня получилось оборудование в городе, и мы его передаем. Ура! На благотворительный концерт были приглашены и сами учащиеся социального центра. Как говорит директор центра, сегодня в учреждении находится 46 детей, из которых более 30 детей – это школьники. Швейный цех в Кызылском центре социальной помощи станет первой мастерской, где дети будут уже на практике познавать новые знания. Это для нас очень важно и значимо, так как у нас детей очень много. Вот этот проект, цель которого – формирование творческой и развивающей среды детей для дальнейшем для самостоятельной жизни понадобится детям. Помимо концертной программы, на благотворительном мероприятии были развернуты разные тематические площадки, где каждый маленький виновник торжества нашел для себя интересное занятие. Впрочем, с появлением нового швейного цеха интересное занятие появится и в самом Центре социальной помощи города. А мечи увидели шедевры из камня, выполненные тувинскими мастерами. Экспозиция создана в рамках большого 10-летнего проекта 3 тувинских мастеров. Это Александр Баранмахи, Мирол Донгак и Юрий Ожак. Напомним, что в 2010 году передвижная выставка побывала на Тайване, а потом отправилась по сибирским городам. Это Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск и Барнаул. На днях камнерезы посетили Омск. Их работы разместились в музее имени Врубеля. На мастер-классе в выставочном зале музея мастера предоставили всем желающим возможность самим попробовать преобразить агальматолит, оттенки которого могут быть от белого до буро-красного. Стоит отметить, что работы, представленные на выставке, удивили амичей, представители местных средств массовой информации своей самобытностью и красотой. Кодовое слово и загадка – вот два ключевых момента, благодаря которым слушатели радио «Голос Азии» получают подарочные сертификаты. Партнер квеста «Замес майонез» – кафе «Сушимен» на Гагарина 6 каждый день дарит победителю 1000 рублей на покупку суши, роллов, пиццы или обеда вок. Счастливая кызылчанка Екатерина готовилась к квесту заранее, поэтому ей удалось победить дважды. Загадка квеста была крайне сложной, ей не удалось ее разгадать, но победительница воспользовалась подсказкой и сразу определила местоположение сертификата. А вот какой была кодовая фраза, вы узнаете прямо сейчас. Мне не говорят. Слушайте все ваши суши. Также сегодня ведущие радио в последний раз подарили слушателям 10 литров бесплатного бензина от АЗС «Сибпродукт» на Калинина 27/1. Впереди еще больше бензина. Участников акции «Заправляйся на радио» ждет розыгрыш 30, 70 и 100 литров бензина уже на следующей неделе. Подробности мы вам расскажем, а пока давайте узнаем, кто сегодня получил подарок. «Заправляйся на радио». Напомним, что участниками акции являются те, у кого есть фирменная наклейка радио «Голос Азии», размещена на заднем стекле автомобиля.
Совсем недавно состоялось открытие нового магазина «Горо» по адресу Республика Хакасия, город Абакан, улица Некрасова, 45. Неудивительно, ведь компания «Горо» работает на рынке инструменты и оборудования с 1992 года и является дилером официальных представителей мировых торговых марок. У нас магазин открылся месяц назад, и у нас большой ассортимент автосервисного и гаражного оборудования. Также в магазине представлен большой ассортимент компрессорного, подъемного, моечного, сварочного и диагностического оборудования. Инструмент ручной, электрический, пневматический, специнструмент. Генераторы, пистолеты подкачки шин, груза, заплатки и пластыря. Вы всегда сможете выбрать подходящий товар, а при возникновении вопросов получить профессиональную консультацию. В ГАРО есть все. ГАРО. Некрасова, 45. Телефон 32 22 15. Отличная новость для тех, кто решил встретить зиму красиво и тепло. Кызыл в очередной раз посетила грандиозная выставка «Меха шубы на расхват». И в этот раз она проходит в самом центре города – торговый дом ЦУМ, цокольный этаж. Всего на выставке представлено более 1500 моделей разных фасонов и широкой цветовой гаммы на любой вкус и цвет. Норка, мутон, лиса – выбор разнообразен и велик, так же, как размерный ряд – от 42 до 66. Кстати, помимо классических ультрасовременных моделей шуб, здесь также представлен большой ассортимент дубленок и жилеток. Качество всех изделий подтверждено сертификатами и гарантией. Что же касается цен, то на меховой ярмарке «Шубы на расхват» они точно никого не оставят равнодушным. А еще здесь всегда можно взять изделия в кредит на 3 года без переплаты и первоначального взноса. И на десерт. Главная новость. При покупке шубы абсолютно каждая женщина может выиграть автомобиль «Лада X-Ray» и другие ценные призы. Подарков много, а значит и шанс выиграть довольно велик. Приходите на выставку «Шубы на расхват», торговый дом ЦУМ, второй корпус, цокольный этаж, улица Тувинских добровольцев, 22. Выставка проводится с 18 октября по 21 октября включительно, с 10 утра до 19 вечера. В наше время сложно быть оптимистом и верить в чудо, однако в эту пятницу оптимистов в Кызыле заметно прибавилось. Все дело в акции «Заветный номер» от компании «Правильные займы», которая продолжалась с 1 июня по 30 августа текущего года. Как известно, «Правильные займы» дает возможность получать деньги с минимальным пакетом документации в любой момент и на любые цели. А если еще подарить к полученной сумме ценный приз – да что же может быть лучше? Так и решили организаторы акции. Принять участие в ней могли все клиенты компании. Участниками становились те, кто успел оформить займ на сумму не менее 5000 рублей в сроки действия акции и воспользоваться им не менее чем за 15 дней до момента розыгрыша. От лица нашей компании примите, пожалуйста, наш подарок. Из всех участников победителями стали 5 человек. Это Сергей Халбен, Аюма Бурбайол, Ачугаш Мангуш, Лилия Саян и Айда Шандар. И все они получили подарки от компании «Правильные займы». Я знала о том, что идет розыгрыш. Мне позвонили еще в сентябре. Сказали, что я выиграла телефон. И вот сегодня я с хорошим настроением получила свой приз. Очень рада, что я в числе победителей. Буду и дальше пользоваться правильными займами. Вот так, получив займ, удачливые участники акции стали еще и обладателями ценных призов. Главное, как они говорят, верить в свою удачу. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда – компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. По республике ожидается переменная облачность, местами небольшие умеренные дожди, в горах мокрый снег. Ветер западный 2-6 метра в секунду, порывы до 12-15. В Кызыле переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1, днем 8-11 градусов выше 0.